Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. А сколько я зарезал? Сколько перерезал? Сколько орков я невинных загубил? И сейчас еще загублю их тысячи штук. Ну или сколько их тут есть? Я не знаю, но мы узнаем, я думаю, довольно скоро, сколько их тут есть. Так, тут где-то лестница была, я помню. Эх, жалко, сюда бы добавить еще какое-нибудь радарное видение. Ага, вот и орк лезет. Как где-то в каком-нибудь Deus Ex, например. Тихо. Чтобы было видно, где... Зачем я его убил так? Его же можно было спокойно убить, например, пинком. Хотя, может быть, он орал бы тогда очень сильно. И тогда все пошло бы... Все пошло бы не так. А тут можно, наверное, всякие еще штуки сделать красивые. Типа, четко запрыгнуть в окно, например. Что, блядь? Какие нахер мухи? Здорово. Фейл. Фейл. Двойной фейл. Ладно. Я не смог запрыгнуть в окно, я лошара. Что я за... Что? Какого ху... хера? Как... Что за мухи? Пошел ты в жопу. Мужик, выходи оттуда. Выходи оттуда. Выходи оттуда, я сказал. А, это кинжалы жужжат. Я думаю, что за херня? Ты не хочешь выходить оттуда. Да это станлок. А ты не хочешь его, например, зарезать? Видимо, ты его смог зарезать. Ну ладно. Я имел в виду, типа... Ты еще жив, сука? Вот так, да. Прекрасно, орков оказалось не так уж и много. Шикарная композиция! А эта дырка... Эта дырка крыши к чему-то или так просто ни к чему? Сдается мне, она для чего-то нужна. Только хер его знает зачем. Есть тоже живой типа человек? Нет, это похоже просто дырка. И сейчас что произошло? Я не знаю, но эта роба мне кажется улетела просто куда-то. И я даже не успел рассмотреть, что это было. Не, она реально просто улетела. What the fuck? Окей. А почему ты улетела? Слышь ты, блин. Ну ладно, поскольку это была роба, будем предполагать, что роба мне не нужна. Ну потому что все равно стелс начался внезапно. Потому что на магии у меня ни хера нету поинтов. Аще. Тихо-тихо. Главное, не падай. Я хочу тут всякие штуки поделать. Тут что-то мне как-то не получается. Я иду там с веревочкой помутить. Что-нибудь такое. Это дохлый орк. Воняет гнилым мясом. Это паук. Блять, я из этих кинжалов ни хера не вижу. Слышь, ну и плюс, наверное, потому что also темно. А паука можно ушатать? Ну... Вот так можно ушатать паука? Нет? Окей. Так, а нахер пошли. Ну и какого ж ты обошел-то мою ловушку? Мразь. И ты тоже обошел мою ловушку. Ну классно.
Нет, ну, по крайней мере, ему можно сделать вот так. Бля, что за нахер? Сука, не пугай меня. Блядь, да сдохни ты, блядь, сука. Я же пытаюсь антидот найти. Где ты, тварь? Я, пока я срано этот антидот найду, бля, какого хера? Я думал, он умер, бля. Надо его положить куда-то на видное место, чтобы знать, где он лежит, а то хер его знает, где он там в инвентаре. Like иди нахер, дура, блин. Где этот блядовый антидот? Вот он, блин. Окей, первая ячейка. Так и запишем. О, хер, у меня выключилось, блядь, зрение. Сюда иди, блядь. Животное, блядь. Так тебе и надо, мразь. Тебе так тоже надо. А то совсем обурели тут, понимаешь. Да, еп. Ты идешь там? Да, какого хера ты еще жив? На, блин. Следующий. Ну. Ты сюда не ходишь? Ты что там делаешь-то? Мужик, ты куда? Я тут как бы вообще-то. Да, еп. На нахер. Крита словил? Так, и куда он? What the fuck? Он провалился сквозь стену или что? Что сейчас произошло, блядь? Я понятия не имею, что сейчас было вообще. Или я его ушатал? Я не знаю. Понятия не имею вообще. Слушай, я так, может, и мега-паук будет? Тихо. Блять, как что-то темно-то. Так, я хотел фонарик включить. Так. Я видел, тут еще что-то блестело где-то. А где? Тут два блестело места. Вот. Хилл позион. Окей. Да слышишь, блин, прекращай, а? Ты не можешь зайти на сразу. Что это за херня там валяется? Ну, секретов я вроде что-то как-то не вижу. Я тут вообще, в принципе, ничего не вижу. Окей, видимо, успех. То есть мне надо... Я мог просто добраться как бы без пещеры этих. Какого... Чё, блядь? Это сейчас что было вообще? Я чё-то не догнал краями. Окей. А... Теперь я догнал краями. Вот поэтому все так произошло. Окей. Классно. А нахера это сделано? Я не знаю. Избушка, избушка. Хера ты такая непрочная. А, кто бы мог подумать.
Да, блядь, нахер ты эту бочку мудила схватил? Зачем мне этот манопот сраный, я не знаю. Ради этого на, ну телекинезом его можно взять, да. Да похер, блядь, это сраный манопот. Вообще начхать. Ты еще позастревай, блядь. Куда я иду? Зачем я иду вообще? Не знаю, но мне кажется, что этот дом тоже нахер обвалится. Нет? Странно. There's been fighting here. Да здесь дрались! Why? Это шорткат, видимо, да? Прелестно. А нахера? Священные псалмы, оставьте себе. Книга о демонах. Что там новое, интересное пишут что-нибудь? Да, е-мое. Окей, whatever, похер вообще. Вообще похер. Ничего интересного, принципиально важного там не написано было. А, не ближний свет там внизу. Так, ну и какого? Оно все еще целое. Может, думаешь, орки ее поддерживали? Ну, орки то ли тупые, то ли не тупые, она сказала. Я так и не понял до конца. Не расслышал, скажем так. Куда мне надо... Куда-то мне надо идти-то... Чё, блядь? А, лифт. А, окей. Мы сначала тут походим, наверное, посмотрим, что тут вообще, куда. А, кузня вторая, окей, прелестно. И что здесь у нас есть? Блять, что это? Можно мне посмотреть? Что это за... Зачем эта вилка здесь? Заготовочка есть какая-нибудь тут? Нету. Окей. А смысл? Ну, у меня есть. Окей. Но я же сделаю ничего интересного. Опять какую-нибудь херню. Такую же самую. Ну, что была уже. А, как там это делалось? Ты смог? Молодец. Пыщ. Ну да, реально опять лонгсворд получится. А смысл-то реально? Какой? Да нахер. Да, лонгсворд, а на какой хер? Плюс 3. Он и был плюс 3, по-моему. Окей. Чё, блин? В чём бонд-то? Ну ладно. Очевидно... Очевидно, фейл. Я не знаю даже, что еще на это можно заметить. Но как... Да.
По крайней мере, она крутится. Так. Блядь, ты что творишь, тупая скотина? Где я? По-моему, там нихера нет. Да. Там определенно нихера нет. Так, и куда мне надо? В самый даль бежать обратно? Типа, через шорткат там? Да, все. Я подозреваю, что да. Ну вот, так бы сразу. Подожди. Еще один бесконечный. Чего там? А чего там? Что вы там рассказываете? Я не слушал. У меня тут. Вот. Заморозить можно врага при случае. Why the fuck not? Кроме всего прочего, почему-то наспавнились орки. Орки, гоблины вот там. Ты едешь там? Едет. Лесно. Лесно. Шикарно. Посмотрим, что за лук. Окей. То есть можно заморозить, подскочить, блядь. Опа так. Опа так, пером так. И жопа кому-то. Нахера, правда, там второй бесконечный. Ну ладно, на случай, если пропустили предыдущий. Это доставит нас зау... Бла-бла-бла, перезарядим кристалл и всех завоюем. They came to the island after the Wars of Blood, and their shaman probably sensed the power of the temple. Блять. Да я. Какого хера тут пауки? Как вас грамотно накрыло? Fuck. В очередь, суки. А нахер. More spiders. Больше пауков. No wonder the necromancers like them. Отвратительные существа. Неудивительно, что некромансеры их любят. Надеюсь, в платоническом смысле. Только без паники. Главное, избушка, не отваливайся вниз. Куда-нибудь. Давайте, хватит уже пауков, они мне надоели, откровенно говоря. Я понимаю, конечно, что это храм паука, но, блин. Предел-то должен быть какой-то. Разумный, не? Никому не кажется. Какие шансы того, что здесь где-то здесь есть секретник? Я понятия не имею, но они реально мне теперь везде мерещатся, суки. Печаль. Грусть. Уныние. Окей. Видимо, успех. Сейчас какая-нибудь скотина вылезет. It's magnificent. Это восхитительно! Bring it back to life, and we can be on our way. А где вот эту штуку взять? There must be a key for these somewhere. Let's keep our eyes open. Где-то должен быть ключ для этой херни. Это что делает? Закрывает все? Нет. А вот только где этот ключ? Хер его знает. It's working. Работает. Я чувствую мощь.
Я сейчас... Get away from here. It'll kill us. Ну, классно вообще. А можно было мост не убирать, например? Ну, чисто так. Просто мысль такая у меня возникла. Можно было мост оставить, где он есть? Except that it's dead. Bring it back to life, and we can be on our way. Ну, я, наверное, мог... на эту херню не запрыгивать и уехал бы. Да, и уехал бы на мосту спать. Так кто там? Урки? И что вы мне предлагаете с ними тут драться? Я не хочу. Незнакомец, протродье демонское, слушайте. Я Эритрак. Чего-то там красного черепа клана. Мы поклялись защищать это место. А твоя демонская гниль осквернила его. Я тебя уничтожу. Нахер. Окей, если я... Блять, охеренно классно. А можно мне хотя бы что-то успеть сделать, например? Ну вот, типа, чисто так, блять. Просто вот, блин, такая у меня... Я даже кинжала не успел достать, блять. Зашибись вообще тема, да, правда, блять? Совали ебалетное дело. Просто шикарная композиция, да? Блять, мне очень понравилось. Давай, говорит, убьем нахер с одного удара, блядь, и все будет чики-пуки, блядь. Так, можно это говно? Блядь, мне это каждый раз слушать, да в жопу вы пошли. Thank you.
Да пошли они нахер, блин, реально. С такой херней, блядь. Какой в жопу честный бой, блядь. Я вообще мог не прокачать, блядь, за это к этому времени. Ни одного нахер, блядь, скилла, ёб твою мать. Ни одного, блядь, боевого скилла, блядь, который вообще вне стелса или там, вне магии, блядь. И какого бы хера я тогда сделал, блядь. Как я сделал, блядь, после каждого, блядь, удачного удара сохраняться, блядь. Вот такая отличная идея, ебанько, блин, сраные, блядь. Не знаю, какая сука, блядь, это придумала с командой разработчиков. С мудака этого, блядь, уволили нахер, а потом в жопу выебли кочергой, блядь, раскалённой. Потому что он уёбок, блядь, тупорылый, который нихера не понимал, что надо делать, блядь. Да пошла ты нахер, тупая овца. Though I'm not sure he'd like to be spoken of that way. My father, I've never met him. Твой отец, блядь, там хер бугра, блядь, демон сраный. He's a very powerful, very potent person. Like any powerful person, he has powerful enemies. Meaning what? Who? Well, the seventh dragon, for one. Да-да-да-да-да. Типа он там какой-то там демоновый принц, блядь, или хер знает кто, блин. Типа, блин, суккубу к нам представили только потому, что вот, блядь, гладиолус. Где-то тут были закрытые двери, блин, на замок с паучьей, блядь. Только чтобы я помнил, где это было. Где-то было точно. Да похер вообще. Я даже знать не хочу, блядь. Давайте мне расскажете, что там дальше, блин, и... И, блядь, я надеюсь, такой хероты, блядь, больше никогда, блядь, в этой игре не будет, блядь. Потому что это самая лютая чушь, блядь. Которую можно было только придумать, блядь. Блядь, честный бой. Ёбнулись совсем люди, блядь. Как может быть, блядь, честный бой? Пойди спроси.
шикарная композиция. Как же тебя туда угораздило? Ну и что это за херня? Окей. Это все, конечно, очень круто. На что я там копил-то? На стелс, кажется. Я, конечно, могу фейербол выучить. Ладно. Насчет этого мы еще подумаем. Где эта мудацкая херня? Я заблудился уже. Блять, я уже видел этот зал, он у меня был перед глазами. Где он? Пойдем отсюда. Let's get the skull and be far away from here before Arantir... Before Arantir sticks what's left of his nose in. You go first. Make sure that it's safe. Охеренно. Ты хоть дверь-то открой мне. Блять, ты как гули. И какого, блять? Что, блять? Чё, блядь, какие нахер в жопу гули вообще? Ой, блядь. Конечно, давай они будут быстрее бегать. Какие нахер гули, блядь? Я вообще не знаю, что на это можно сказать, блядь, цензурное. Какого хера они вылезли? Почему они бабу игнорируют? Нет, спасибо, конечно, блядь. Ладно, короче, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений, а на всех, кстати, для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.